Всем привет, мои друзья! С вами Владимир. Сегодня я приехал в лес пособирать клубнику. Походим сейчас вот по этому полю. Пособираем клубнику. Летний день, утро. Любуемся вот этой красотою, нашей панорамой, нашей природой, и идем собирать клубнику. Собираем, и вы со мной. Ну вот такая вот клубника в траве. Ее много, она поспела, но мелковатая. Дождей мало было, и вот такая вот она. Ну, пособираем немного. Ну вот хожу, собираю, любуюсь вот этими цветочками. Смотрите, какие цветы. Желтенькие, фиолетовые. Ну, ягодка есть, но не лишнего. Совсем не лишнего. Значит, выгорела она. Так вот немножко собираю. Вот цветочками любуюсь. Вот она, клубника в траве. Видите, какая? Сладкая, как мед. Собираем немного. Посмотрите, какие кисти. Отличная. Эх, какая вот крупная. Вот, а прям на камушках выросла. Хорошая. И вот такая вот. Вдали вижу. Вот видите, на солнцепеке какая она, такая уже переспевшая. Но вот мелковатая она здесь. Суховатая такая, но все равно собираем немного, собираем. Вот какая душица, травка такая, надо сорвать. Хорошая травка, полезная. Ну вот я
пособирал клубнику. Немножко не набрал, но сейчас буду возвращаться. Заеду еще в одно место и доберу. Душица. Ну, спасибо, друзья мои, что были со мною. Пособирали мы клубнику. Полюбовались нашей красотой. Ну, всем пока. Всем мира и добра. С вами был Владимир. Пока-пока. Берегите себя и своих близких. Пока.